катет прямоугольного треугольника РНБ, а противолежащий ему угол РНБ. Найдите площадь треугольника. Для начала сделаем рисунок, запишем дано. Угол BAC РН 90 градусов. Угол ABC РН бета. Катет AC РН Б. Найти площадь треугольника. Площадь треугольника ABC неизвестна. Напишем формулу площади прямоугольного треугольника. Площадь прямоугольного треугольника равна полупроизведению катетов. Эту формулу необходимо знать. Рассмотрим тангенс угла B. Тангенс угла ABC – это отношение противолежащего катета на прилежащий. В нашем случае AC на AB. Выразим отсюда катет AB. Катет AB будет равен AC разделить на тангенс угла ABC. Преобразуем. Тогда у нас получается, что катет AB будет равен AC по условию равен B, а тангенс угла BAC – это тангенс угла бета. Воспользуемся формулой площади прямоугольного треугольника. Тогда у нас получается, что площадь треугольника ABC будет равняться 1 вторая AB умножить на AC. Подставим сюда наше обозначение. Получается 1 вторая AB мы нашли, это B, деленное на тангенс бета, и умножить на AC. По условию оно равно B. Преобразовав, получаем b квадрат, знаменатель 2, тангенс угла бета. Запишем ответ. Площадь треугольника ABC равна b квадрат, знаменатель 2, тангенс бета. Задача решена. Спасибо за внимание. Не забывайте подписываться на наш канал и ставить большие пальцы вверх.